Свободный доступ на свою территорию сочинские спасатели организовали в канун празднования 25-летия МЧС России. В честь юбилея сотрудники спасотряда подготовили фотовыставку, где запечатлены снимки их повседневной работы и службы во время проведения знаковых мероприятий. То, что именно спасатели приходят первыми на помощь учащимся образовательных учреждений, которые стали в этот день гостями, было показано наглядно. Для этого сотрудники МЧС подготовили спецоперацию по тушению условного возгорания автомобиля и деблокированию из него пострадавшего. По завершению показательных выступлений все желающие могли ознакомиться со спецтехникой, сфотографироваться на гусеничных квадроциклах и понаблюдать за работой кинологов, а также заглянуть в палатки мобильного лагеря спасателей. Кстати, рабочие автомобили экстренных служб сочинцы и гости курорта смогут увидеть и на следующей неделе. 22 числа у нас здесь будет еще день открытых дверей, вот, после которого здесь у нас на базе отряда пройдет награждение отличившихся сотрудников Южного регионального поисково-спасательного отряда. Вот, 23 числа будет такая же выставка техники на Южном моле Морпорта. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.